解説を求めていただいたと思いますが、対戦相手はどのような研究を。Ординарные два поединок и потом следующий финальный поединок. Да, если что-то это график очень напряжен, да, как вы стараетесь держать форму? Ну, не знаю, пока еще первый день не прошел. Все первого дня. まだ今日1日目なので、まあ、昨日ついてから、これからどういうふうに自分が、まあ、体をキープしていくのかってことを今考えているところなんですけれども。対戦相手のシモン・バイオル選手。あ、格別にも一緒にしてサペルですか、シモン・バイオル。Хороший соперник, больше меня, хорошо работает.Стойки, партия. Ну, здесь есть такой момент, здесь есть такой момент. Это гранд демо, それから, стандинг демо. Тут его не масштабы, то есть, ну, トーナメント結構バンダリがいなくなったりとかしてるんですが、バンダリがいなくなったりなど、まあ、いろいろ選手入れ替わったりとか。そういうことは、今、プレゼンションの時は、プリーズに行きましたので、バンダリが、ウルスボトは、ウシュー、イバトン、ファミリア、イスラミカ、プリーズから進めるなんですが、この、まあ、トーナメント、まあ、もちろん優勝を目指していると思うんですが、前回、まあ、マンダリが結構大きい音を出してたと思うんですが、第1回戦が終わってから。ですね、что-то, конечно, ваша конечная цель это победить, да, именно на турнире, да, это само собой разумеется. И, наверное, вы помните на пресс-конференции предыдущей, да, Андрей Щуба говорил очень много слова насчет вот этой организации, насчет вот этих соревнований, да. Просто, как вы себя чувствуете сейчас, вот ваша конечная цель это победа, да, как вы стремитесь к этому? Как стремлюсь? Хочу выиграть все три боя, выиграть этот бой. Возможно, говорим о том, что мы, а ну, на самом деле, мы хотим каску туда, где мы, мы смотрим, как все эти гонки скрытые, то как YouTube. Что, 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 Например, вы слушали на предыдущей пресс-конференции слова вот Ван Бенчува, наверное, вы помните, да? И, значит, на основании этих его слов, значит, вы специально тренировались или просто как вы взяли его слово? Его слово? Никак. Никак. Да. Его слова мне были интересны. Mm-hmm. 私にとって別に彼のその激励の言葉っていう、激励というかあの言葉っていうのは、特に何かしらそれによって変わるってことはないです。私は私なりの練習をしてきています。日本のファンにどういう、何を見せたいですか？японским нашим поклонникам вашим, да, вашим поклонникам, что вы хотите показать нашим поклонникам? Надеюсь показать хороший зрелищный бой, в котором я выиграю. やはり、まあ、見応えのある試合、これをお見せするのが一番だと思います。お伺いしてもらうかと思います。今回、ヒョードルさんから、ヒョードルからは、Значит, вот перед нашим отправлением в Японию, значит, вот Федор Емельяненко вам дал какие-то советы? Да, пожелал удачи. Там от его всей гой. Да, в Федор Гран-при. Мы только не имеем, а еще есть не хочет. Все и не думаю. А ну, 勝ち上がって次の試合、アリアクバルか、イギリスリーグか、どっちが勝ち上がる可能性が高い？アリアクバルか、もう一人だね。ヒースヒーリング。ヒースヒーリング、はい。いずれにしても、スレディションのワシュン、ソペルニカム、クトブジェフ、アリアク、アリアク、イリ、ヒースヒーリング。Не могу точно сказать, но склоняюсь в большую сторону Амира Агбари. Агбари, да? Ну, что-то мы спросили, что мы вам потом что-то приема Ариану более нравится. Еще одно. А кто будет, а кто поступит в финал? В качестве вашего соперника, по-вашему? Мухаммед Лаваль. Мухаммед? Лаваль. Арбари. Мухаммед Арбари. Лаваль. Принц Маркова. Жив на улице.
まだフィナファイナルまだちょっと最終戦までは勝つのは早いと思いますけど。とはいえ、そのトーナメントの全試合を勝ち抜く、タイプ2コマスシャッター。Но вы уверены в том, что у вас достаточно сильная выносливость есть для того, чтобы попасть в финал? Конечно, если бы не был в этом уверен, я бы сюда не приехал. I ask in English. Welcome back to Japan. Your training partner Vadinenko made a reserve fight, and you know the this type of tournament we can have a lot of injuries, something like that. People not had an injury in the fight, in the they step back. How do you think you and Vadin have a chance to meet against each other? If happening. Do you think you accept to fight against Nenkov if Muhammad allow up, because Muhammad have a lot of fights to step to the finals? Я думаю, этого не произойдет. How do you think you and Vadim represent Russian MMA? Now we see in a lot of events more Russian fighters coming to in Rising. We see much Russian guys. Do you think it's good for you and your favorite teams to show much the skills of Russian fighters? And how do you think about this can be good for your career too. Да. Но в последнее время приезжает очень много русских бойцов, да. И как вы вот это явление оцениваете, значит, в качестве нашей команды Федора и так далее. Ну, конечно, хорошо, что и мы, в частности, и другие бойцы начинают проявлять на международных аренах, поэтому. うん、私はたくさんの若い、あるいはさまざま別の、ロシアの選手が、国際大会にどんどん出てくるのは歓迎いたします。それは私たちのチームだけでなく、若い人たちのチャンスがある、そしてロシアにとってもいいことだと思っています。Отвой не надо. Да, я бы здесь старался. Да, я бы здесь старался.